В Канашском районе временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев посетил Парк Победы в селе Шихазаны. Он возложил цветы к памятнику воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Благоустройство парка началось еще в прошлом году. Открытие после реконструкции приурочено к 75-летию Победы. Работы велись на средства федерального проекта формирования комфортной городской среды, а также в рамках программы инициативного бюджетирования. Я очень надеюсь, что вот канашцы, люди Канашского района, я уверен, сюда будут приезжать люди, которые проживают в разных городах Российской Федерации, потому что очевидно, что они разъехались на сегодняшний день по всей территории, будут с удовольствием сюда приходить и проводить время, вспоминая своих предков, ну и, конечно же, не только их, но и те события,